Короче, я сдал анализ, и, ну, перед этим она говорила мне, врач, что это пол, ну, что не передается ничего вообще там. Это нужно 5 литров слюны выбить, извиняюсь за тех, кто ел сейчас, чтобы что-то передалось там. Короче, это полный миф. То, чего я боялся, то, чего все мы боимся, это оказывается мифом. Ничего не передается от поцелуя, от этого, от того, что ты пьешь с горла. Короче, это полный миф. Но я сказал, я все равно настоял, сказал, я все равно сдам, на всякий случай провериться. Ну вот и все там подписал. Сдал кровь. И сейчас на работу. Как раз. А там после работы начальнику позвоню, он скажет, какие недочеты. Сказал, что у меня есть недочеты, там покажет, какие недочеты, где. Ну, короче, я вчера не пил, сегодня просто ты как будто другой человек, вот когда пьешь, совсем другой человек, ну, по-другому все ощущаешь. И ведешь себя совсем по-другому. Абсолютно.